25 января Православная Церковь молитвенно чтит святую мученицу Татьяну. В домовом храме при Московском государственном университете имени Ломоносова в честь престольного праздника состоялось торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Воскресенский Григорий в сослужении духовенства храма, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александра Игнатова. Также в богослужении принял участие известный проповедник и миссионер протоиерей Андрей Ткачев. Несмотря на будни и снежную погоду, в храме собралось большое количество прихожан, среди которых было немало именинниц Татьян и, конечно, студентов. В этот день мы приносим свои молитвы, прося о том, чтобы святая Татьяна молитвами за нас, пред престолом Божьим, помогала нам совершать свой путь к вечному спасению. Многие прихожане исповедались и причастились святых христовых тайн, чем засвидетельствовали свою любовь ко Христу. В России святую мученицу Татьяну студенты считают своей покровительницей, потому что именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета для общей Отечеству славы, чтобы возрастало в нашей пространной империи всякое полезное знание. Так говорилось в указе. Позже Татьянин день стал праздником всего студенчества. В 1791 году на улице Маховой было возведено университетское здание, во флигеле которого по сегодняшний день располагается храм Святой Мученицы. Здесь отпевали Николая Васильевича Гоголя, Афанасия Фета, князя Сергея Трубецкого, крестили маленькую Марину Цветаеву. Со дня основания храма в Татьянин день обязательно совершалось богослужение. Служили молебен с акафистом Святой Мученицы Татьяне, потом проходило награждение студентов и преподавателей. После большевистского переворота последний Татьянин день в храме отпраздновали в 1918 году. Три ночи специальная бригада сдирала с храма надпись «Свет Христов просвещает всех». В помещении храма устроили клуб, затем студенческий театр, а в 90-х годах на месте алтаря провели выставку-продажу собак. 25 января 1995 года святейший патриарх Алексий II отслужил в храме праздничный молебен. В том молебне около 30 лет назад принял участие отец Александр. Мы пересеклись с отцом Александром на празднике Святой Мученицы Татьяны. Оказывается, он был еще в истоках этого возрождения храма, когда здесь все еще было порушено и оскорблено. А я потом служил в нем, мы здесь пересеклись, и, пользуясь случаем, позвольте вам передать с храма Мученицы Татьяны именем Христовым пожелание всяких благ. И да хранит вас и нас, воскресший из мертвых, Господь наш Царь, Иисус Христос, Агнец Божий, взявший себе все грехи всего мира. С праздником. Аминь. В прошлом поруганный, ныне восстановлен. Восстановлен в таком виде, в каком он был до начала своего осквернения. Я поздравляю с днем именин всех тех, кто носит имя Татьяна. Их сегодня очень много. Поздравляю всех студентов Московского государственного университета и прочих вузов с Днем российского студенчества. Помните, дорогие молодые люди, девушки, юноши, студенты, вы наше будущее. И то, что вы молоды сейчас, налагает на вас большую ответственность. Много вам предстоит потрудиться ради блага ближних и нашей страны. Братья и сестры, всех нас пусть Господь хранит, благословит и не оставит без своей всесильной помощи. Надеюсь, что этот университетский храм станет примером и для других вузов, и столицы, и российских городов. Также и при других вузах будет такая же активная приходская жизнь с участием студентов. Храни вас всех Господь!